Бахтиёр Баходиров. Когда у меня конкурсы, у меня какое-то ощущение, я никак не могу спать. Наготовились, конечно, очень много, но думаю, всем понравится. Знаете, классика все-таки есть классика. И оно будет всегда востребовано. Он очень хорошо спел. Он профессионально как бы чувствует ноты, чувствует музыку. Это очень знаменитая песня. Вот когда я сам тоже слушаю, у меня даже мурашки идет. Это песня, мы готовимся годами. Это не просто так слышал и будет спеть. Но исполнить очень трудно эту песню. Как от души надо исполнять. Не просто голосом, от души, от сердца. Я так понимаю эту песню. Я думаю, когда вот человек пройдет на следующий тур, побольше сила появляется. И голос тоже. Если вот не можешь спеть и не будешь сказать, я буду петь. Я это сделаю. Я всем покажу, кто я такой. У меня какой голос, тембра. Обязательно надо победить. Для вас выступает Бахтияр Баходиров. Водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома. Наведу у всех знакомых, уведу, уведу, быть может, наведу одной натянутой струной связаны мы с тобой. Ты звезд года, ты звезд года, летишь со мной, как будто ангел загорели за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорели за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Музыка. Бахтияр Баходиров. Бахтияр, очень мне понравился ваш вот тембр. На самом деле такой вкусный, насыщенный, да? Согласны? Были немножечко недочеты. Вот, ну вы поняли. Но в любом случае ты сделал то, что хотел, и ты справился с этой песней. Спасибо, Бахтияр.
Увидимся позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.